Друзья, привет! На связи Сергей Столбов и команда «Клёво». Как капитан команды я поздравляю всю команду с окончанием первого и второго сезона марафона «Изменение кода судьбы». И, конечно же, я призываю всех участвовать активно дальше, чтобы нам быть готовыми к тому, когда будет объявлен третий сезон марафона. Первый и второй сезон дали нам возможности быть более собранными, быть более дисциплинированными, быть более осознанными и более результативными в наших действиях, в ежедневных действиях. Все, что мы делаем, мы научились каждый день вставать с улыбкой, благодарить Господа Бога, молиться. Мы научились делать зарядку «Успех вместе», научились делать исходящий поток, создавать ролики, правильные письма, послания к людям. Мы научились совершать много хороших, полезных действий. Мы оттренировывали с вами, друзья, правильное послание к людям, правильное отношение к людям, правильные возможности вхождения в коммуникации. То есть мы понимали, мы тренировались о том, как заниматься правильным исходящим потоком, как открывать сердца людей, как привлекать к себе внимание, как делать так, чтобы людям стало интересно стать нашими партнерами. И впереди нас ждет третья часть марафона. Это будет очень мощная часть, которая будет посвящена тому, как работать уже в интернете, как привлекать людей из интернет-потоков. Это уже совершенно новый уровень, но для того, чтобы к нему подойти, надо было научиться работать и общаться с живыми людьми, научиться без стеснения, без комплексов, без переживаний, просто входить в контакт с другими людьми, узнавать их состояние, понимать, что у них так или не так в жизни, и делать аккуратно наше приглашение, чтобы люди познакомились с Академией «Успех вместе». Наша задача была посеять зерно о том, что у нас есть Международная Академия «Успех вместе», что мы ее, это зерно, даем людям, что мы даем людям возможности, мы готовы каждому помочь быть более богатым, быть более здоровым и быть более таким социальным в мире, то есть быть более таким интересным и притягательным человеком. Вот на это направлены наши марафоны. Скоро уже будет объявлен третий сезон. Лично я готов. А как вы, мои друзья, расскажите, что у вас произошло во время нашего марафона. Я Тьясова Лидия, мне 72 года. Живу я в городе Нижневартовске. Я являюсь учеником Академии «Успех вместе». Прошла первые два марафона благодаря Андрею Артуровичу за благотворительные знания. Я научилась быть благодарной за то, что я сегодня имею. Научилась людям делать добро, помогать им быть здоровыми, делать и выставлять ролики, делать чудо-зарядку, пить правильно воду. Я благодарна Вселенной и Андрею Артуровичу за то, что я живу сегодня и не болею, и могу зарабатывать даже деньги. Я вот 72 года получаю более $300. Я обязательно пойду на третий марафон. И когда люди увидят наш ролик, придут к нам в Академию «Успех вместе» и будут там жить легче. У них не будет ни кредитов, ни долгов. А ты готов к нам на третий марафон? Здравствуйте всем! Канабек Сетказинов, 50 лет, Казахстан, город Талдыкорган. Закончился первый-второй сезон онлайн-марафона от Академии «Успех вместе». Меня научили, когда пью ЛО-8, говорить пользу о нем на камеру, снимать видео, когда я делаю зарядку по утрам, правильно благодарить Всевышнего по утрам, поставить правильную аватарку на Телеграм, работать с командой, правильно снять видео. Скоро третий сезон марафона. Хочу записаться и научиться большему. Друзья, привет! Я Светлана Тодорова. Хочу рассказать, что мне дал марафон. Это обучение в Академии «Успех вместе». Я туда пошла с целью построения бизнеса и разобраться в маркетинг-плане. Но я была очень удивлена. Кроме этих знаний, я там получила психологическую поддержку. Я научилась жить с благодарностью. Отношения в семье улучшились. Мы стали более внимательны друг к другу, более благодарные. Еще марафон мне дал возможность заработка. Я научилась зарабатывать. Первый месяц я заработала $136, второй месяц $300. Это просто был кайф какой-то.
Сейчас будет третий марафон. Запишусь на него обязательно, потому что первые два марафона пролетели как одно мгновение. Обучение в Академии «Успех вместе» приносит мне радость и возможность будущего как своего здоровья, так и финансового благополучия. Всех приглашаю на третий сезон. Ребята, заходите, не пожалеете. Всем привет! Я амбассадор Академии «Успех вместе». Меня зовут Петр, я из Москвы. Я прошел два сезона Академии «Успех вместе». Что мне дали два сезона? Во-первых, я научился правильно снимать видео, даже как правильно ставить свет, даже замечать моменты, которые раньше не замечал. Это вообще просто крутой марафон. Что мне марафон еще дал? Я научился благодарить, я научился благодарности. Я раньше тоже благодарил, но я благодарил масштабно, а я научился благодарить мелочам, мелким вещам. Также научился даже пользоваться правильно телеграм-каналом. Нас научили, как нужно ставить правильно аватарки, снимать видео аватарки, правильно писать о себе даже научили. Соцсетями более правильно научили. Нас научили таким моментом, как 6 кадров, что нужно в соцсетях себя больше, чем бизнес выкладывать. А даже таким моментом учат, такие знания, ребята, а люди правят большие деньги. А вот в Академии «Успех вместе», ребята, нас научили многим знаниям. Я обязательно пойду на третий сезон, а если будет четвертый, пойду на четвертый сезон. И на пятый, и на шестой, и сколько будет, на все сезоны пойду. Очень крутой марафон, я обязательно пойду на третий. И всех к этому призываю, потому что Академия «Успех вместе» — это круто. Академия «Успех вместе» — это мое. Доброе время суток. Привет, Республика Алтай. Меня зовут Ирина Идубалина. Мне 61 год. Я живу в Республике Алтай. Я благодарю Вселенную, что я участвовала в двух сезонах марафона. За это время я научилась утром делать нашу волшебную зарядку. Я научилась пить воду. Я научилась благодарить Вселенную. Научилась молиться. Научилась любить людей, прощать, чувствовать дух команды, поддержку. Сейчас начнется третий сезон марафона. Я обязательно пойду. А ты идешь на марафон на третий сезон? Приветствую тебя, мой друг. Я амбассадор Академии «Успех вместе» и участник двух марафонов от Академии «Успех вместе». Что мне дал этот марафон? Я почувствовала командный дух. Что такое дисциплина? Я очень много навыков приобрела. Я училась писать благодарность. Я заполняла каждый день дневник успеха от самого нашего наставника Андрея Артуровича Шаура. И представляете, такой прорыв сделала, что я за два эти месяца, май и июнь, закрыла наивысший бонус жизни 5 на 5, и за два месяца мой доход составил больше 200 тысяч. Представляете, Академия «Успех вместе» – это круто. И сейчас начинается третий сезон. Ну как, ты со мной? Меня зовут Вероника Ивчева, я живу в городе Сыктывкар, мне 40 лет. Я с огромным удовольствием участвовала во втором сезоне марафона от Академии «Успех вместе». Что мне дал этот марафон? Он мне дает уверенности в себе, что для меня это самое важное. Уверенности в своих силах, уверенности в том, что я иду в правильное направление, я развиваюсь и вкладываю свои силы и труд в том направлении, которое приведет меня к той жизни, о которой я всегда мечтала. Я вижу, как развиваются и совершенствуются другие люди. Я учусь у них, они учатся у меня, мы обмениваемся опытом. Это так здорово, это так круто. Я знакомлюсь с людьми с разных стран, с разных точек России. И мне это нравится, вот этот вот круговорот, в котором я постоянно нахожусь. Мне нравится, что мой предыдущий день не похож на сегодняшний день. Каждый день новый, каждый день какие-то новые события, новые истории. Я в восторге. Самое главное, за марафон я заработала $105. И здесь на самом деле очень большие деньги. И просто нужно их взять и начать действовать правильно. Вот именно правильным действием нас и учит марафон. Я обязательно пойду на третий марафон. Всех приглашаю. Дорогие друзья, меня зовут Бабаева Татьяна. Я и мой супруг Роман живем в солнечной Алании. И я хочу поделиться с вами уникальной возможностью марафона изменения кода судьбы. Это просто прекрасное время, которое мы получили благодаря Академии «Успех вместе».
Академия «Успех вместе» дает такие невероятные возможности, что просто мы в восторге. На самом деле, эту возможность мы ждали много лет, и вот она к нам пришла. И благодаря этому прекрасному бесплатному марафону, который проводит Андрей Артурович на благотворительной основе, мы можем получать знания, мы можем расширять свое мировоззрение. Также мы меняем свое мышление и идем к лучшему, к здоровью, успеху, процветанию в нашей жизни. И мы несем добро, мы несем радость, мы несем позитив, мы меняем судьбы людей. И мы вас ждем на марафоне номер 3. Присоединяйтесь в нашу дружную, светлую, сияющую команду позитивных, счастливых людей.